в России родился. Родила меня мать пору яблок и пору созревшего хлеба. И велела мне песню с собой позвать, и дала в изголовье мне синее небо. Я глядела на него, облака, облака, высоту пополам перерезала птица. Все течет и течет голубая река, а воды из нее никогда не льется. Нет, обратно на землю, скорее, скорее, обнимать ее жаркие травы в июле, пить живую прохладу студенных морей, на далеких заставах стоять в карауле, охранять ее всю, до цветка лепестка, от незваного гостя, от мора, от сглаза, чтоб ее не коснулась лихая рука, двоедушная песня и лживая фраза. Я в России рожден, я люблю ее так, что словами всего и не скажешь, конечно. Если друг, так уж друг, если враг, так уж враг. Ну а если любовь, так уж это навечно. Зла России не помнит, победам не мстит, может, хлебом и песней с тобой поделиться. Добрым гостем придешь, от души угостит. Спрячешь камень за пазухой, горе случится. Посмотри ей в глаза, не предаст, не солжет. Кто слабее ее никогда не обидит. И всегда она слово свое сбережет и за черную тучью солнце увидит. Я в России рожден, и куда ни пойди, где б мои не лежали дороги земные, все, что в сердце ношу, что уместилось в груди, я зову необъятнейшим словом «Россия». Славы для тебя, Россия!
расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем ко рву всем стать спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, в смятении сильном произнес. Охвачен он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот здесь вот так легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо, с земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И взгляд везде струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне. Чулочки, дядя, тоже снять. Черный ворон влетает.
приглашается председатель жюри, директор культурно-досугового центра «Альтернатива» Войцеховская Ирина Матвеевна. Добрый день, уважаемые зрители, участники фестиваля. Вот и закончился очередной районный фестиваль патриотический фестиваль самодеятельного творчества. Проходит он в четвертый раз. Но проходил он у нас в Петропавловском доме культуры, был отборочный тур, и в Муромцево. И вот, пользуясь такой возможностью, шикарной возможностью, то, что в Костино открылся современный дом культуры, и что в Костино такого рода мероприятия уже давно не проходили районного уровня. Поэтому мы решили, что теперь традиционный фестиваль будет проходить в Костино. И ежегодно будете встречать у себя весь цвет самодеятельного творчества нашего района. Хочу также сказать, что здесь собрался не весь цвет. Все, кто заявлялся, вернее, не все, кто заявлялся, смогли приехать. Период такой, вот, вы сами понимаете, бездорожье. Мы собирался, Низовой, Ушакова и многие другие. Но я думаю, такая возможность представится. На следующий год непременно. Здесь мы соберемся и будем продолжать начатое доброе, полезное дело. То, что на сцене сегодня нас радовали в различных жанрах, вокальном, хореографическом, художественное слово, хочется сказать большое спасибо и участникам художественной самодеятельности, и руководителям коллективов, и руководителям домов культуры и клубов, которые ведут целенаправленную, регулярную работу по развитию самодеятельного творчества. Здесь уже говорилось, что уже начался районный месячник по достойной встрече и празднованию Великого Дня Победы. Поэтому впереди вас, я думаю, ждет еще немало интересных мероприятий, посвященных Дню Победы. И хочется сказать, что костинцы не только сегодня многочисленных гостей встречают, но и в течение последних лет, во всяком случае, я знаю точно, они проводят большую работу по патриотическому воспитанию населения. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу вручить почетную грамоту по итогам работы Костинскому дому культуры за успешную информационно-просветительскую деятельность и организацию работы по патриотическому воспитанию населения. Вручаю Галину Петровну вам и со всеми указаны все специалисты, работники Дома культуры. И, конечно же, не могу не поблагодарить коллектив Дома культуры, который сегодня принимал гостей. Первая ласточка, ну, первая, как сказать, проба пера для вас. Технические неполадки, вы сами понимаете, и должны понимать также, что со всего района это сложно, каждый со своей фонограммы, какие-то, может быть, задержки были, но это конкурс, и все в конкурсе возможно. Я думаю, то, как выступили участники и порадовали нас своими выступлениями, я думаю, это решает все проблемы. И благодарность Костинскому дому культуры от лица учреждения за организацию проведения районного фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества «Время выбрало нас». Первая, думаю, не последняя благодарность. Всего доброго вам в добрый путь и творческих успехов.
себя без России. Мы живем с ней судьбой одной и вдыхаем и веру, и силу от земли нам вовеки родной. От земли, неподвластной забвенью, в наших песнях и радость, и грусть, и обязаны мы вдохновением лишь тебе, наша матушка Русь. Наша программа завершена. Мы благодарим вас, уважаемые зрители, за ваши аплодисменты и поддержку исполнителей. Надеемся, что жюри по достоинству оценит выступление конкурсантов, определит победителей, которые будут приглашены для участия в районных праздниках и концертных номерах. А мы прощаемся с вами. Одну секундочку. Я как раз хотела дополнить, что жюри не сейчас подведет итоги, чтобы вас не томить в ожидании и участников самодеятельности, и зрителей. Мы, конечно же, жюри пообщаемся, подведем итоги, определим победителей и дадим возможность по условиям, по положению нашего конкурса, фестиваля, победители примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Одно из них – это районный праздник, который в прошлом году проходил уже 9 мая на площади, мемориальной площади в Муромцево. В этом году он также будет проходить. Вот. Достаточно много у нас мероприятий, это и 9 мая, и День России, и День поселка. Поэтому кто-то будет приглашен и не раз. И, в общем-то, надежда на это есть, поскольку сегодня очень достойные были выступления. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы не прощаемся с вами, поговорим вам. До новых встреч. До свидания.